Всем привет! Сейчас я вам расскажу классный анекдот. Я надеюсь, тебе, именно тебе, он понравится. Всем отличного просмотра! Была у мужика балденька 50 сантиметров, и ни один врач не брался ее отрезать. Мешала она ему очень. Одна бабка говорит: слушай, милок, ты съезди за город, там есть лягушка волшебная. Ты у нее спроси: лягушка, ты любишь меня? Она тебе скажет: нет, он у тебя меньше станет. Мужик обрадовался, помчался, нашел эту лягушку и говорит: лягушка, лягушка, ты меня любишь? Она: нет. Прибегает он домой, смотрит, и правда 40 сантиметров. Мужик радостный, довольный, еще раз прибегает к лягушке и спрашивает: лягушка, лягушка, ты меня любишь? Она: нет. Мужик прибегает домой, меряет, и правда 30 сантиметров. Думает: блин, ну 20 сантиметров мне за глаза, самое то, что надо. Приходит третий раз к лягушке и спрашивает: лягушка, лягушка, ты меня любишь? Она: мужик, нет, нет, и еще раз нет. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!